Сегодня в один из самых коротких световых дней в году в России отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник всех, кто связан с промышленной выработкой и поставкой электрической и тепловой энергии. По ее производству Югра является лидером в стране. Излишки округ традиционно поставляет своим соседям Тюменской, Томской и Свердловской области, а также Ямалу. Сегодня на территории региона работают 4 крупнейших ГРЭС по одной в Нижневартовске и Нягани, и 2 в Сургуте. Общая мощность выработки электроэнергии в округе составляет 14 тысяч мегаватт. Отмечу, в рейтинге Минэнерго России по энергоэффективности Югра занимает второе место. Таковы данные текущего года.